Так, еду по одной из площадей Неймигена. Все сказать, там не знаю что, какие-то колонны, туристы тоже собрались. Сейчас подожди, тормозну. Покажу сейчас по кругу. Сзади у меня какое-то здание небольшое, не знаю, что это такое, но что-то есть. Там написано, наверное, на нидерландском, даже читать не буду. Но турист сюда приходит, какая-то важная площадь. Наверное, она важная, потому что там сзади была еще эта красная разваленная такая крепость. Наверное, это историческое здание.